Турция поднимет вопрос об отказе Армении предоставлять карты минных полей в ходе встреч на полях саммита лидеров стран-членов НАТО. Как передает канал 13, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы. Турецкий лидер призвал к скорейшему устранению проблемы минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. «Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности тем, кто имеет отношение к теме мин и не разрывавшихся снарядов. Призовем к поддержке процесса скорейшего разминирования», — сказал Эрдоган. Глава турецкого государства напомнил, что в ходе предстоящего на следующей неделе визита в Азербайджан посетит освобожденный от оккупации город Шуша. «Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы встретимся в городе Шуша и подпишем соглашение. Речь идет о масштабном документе между Азербайджаном и Турцией», — отметил Эрдоган.